Телеканал КРТ представляє. Воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу. Дивись ТБУ. Вітаю вас, дорогі друзі, з вами програма ТБУ, топ-блогери України, і я її ведучий Тарік Назалешко. Сьогодні у нас в студії раді вітати Єлену Бондаренко. Здравствуйте, здравствуйте всім, хто нас бачить і слухає. Єлена, одразу хочу запитати, як так сталося, бо коли ми в останній раз з вами зустрічалися, я вас запитував, чи може ви повернетесь, будете займатися блогінгом, ви казали, що у вас не дуже багато сил для цього і часу, і тут бабах, і з'являється ехо Єлени Бондаренко. Да, величезна кількість переглядів, дуже цікаві люди приходять до вас, настільки цікаві, що потім весь інтернет і телебачення не може замовкнути стосовно того, що було сказано в вашій передачі. Что трапилось? Появилось свободное время. Можно теперь работать и над развитием своего собственного YouTube-канала. Очень рада, что это приносит общественную пользу. Очень рада, что те люди, которые, возможно, сейчас оказались во временном забытии, такие как, например, профессор истории Петр Петрович Толочко, они имеют возможность свободной трибуны, и мы можем обсуждать с ними самое насущное, самое болезненное. Ну так, чомусь так трапляється, що не так часто люди хочуть бачити розумних людей. Ви знаєте, так, я от навіть дивлюся, коли ми приглашаємо в студію доволі такого ємкого собеседника по інформації, який говорить о серйозних речах, ну, наприклад, банкіри, или, допустим, медики, конкретно медики. Смотрибельность, конечно, не такая высокая, как, допустим, у популярных людей из области спорта или политики, или телевидения. Конечно, грущу, потому что хочется достучаться, и кто, как не специалисты, должен говорить о наших проблемах и о том, как их решить. Поэтому, конечно, вот пользуясь и вашим эфиром, призываю всех, даже если сложный разговор, даже если кажется, что он скучноватый, мы даем только ту информацию, которая развивает критическое мышление, которая позволяет задавать самому себе вопросы и пытаться найти с помощью наших серьезных собеседников ответы. То есть вы занимаетесь тем, чтобы люди стали разумнее. Такая просвещение. Такая онлайн-школа, можно сказать. Просвещение. Вот давайте я хотел бы сейчас разом с вами подивитися, чем занимаются безпосередньо наши выкладачи истории. Вот я попрошу включить, будь ласка, цей видеоряд. Хто б міг подумати, що саме звичайне кухонне начиння стане символом спротиву і нескореності? Навряд чи такий захист міг захистити від гумової кулі чи кийка. Але народ показав твердість духу і непохитність в своєму рішенні йти до кінця. Народ вимагав змін. 19 січня 2014 року починається реальне загострення, реальне протистояння влади і народу. Ось таке от ми побачили. Я не знаю, сміятися чи плакати. Горівати. Однозначно горівати, оскільки ми тут бачимо пряму маніпуляцію общественным сознанием, еще начиная со школы, с детей, которые настолько мягко впитывают всю информацию без критичности по отношению к этой информации. То есть пытаются перепрошить на будущее растущее поколение, которое лет через 15-20 придет к руководству нашей страны, которое будет выковывать нашу мощь и поднимать нашу экономику. Но вам не кажется, что они трошки не допрацювали? Я, когда згадую там уроки химии, то там показывают бонитову пачку, что щось горить, щось не горить. Тут, в принципі, крім кастрюльки, вони могли попросити тих людей, які були присутні, щоб вони пострибали, так, щоб воно більш виглядало, привезти якогось беркутовця, поставити на коліна. У тих присутніх забрати, принаймні, з кишені 70% грошей, щоб вони відчули. Наглядність, щоб вони дійсно це якось змогли всю гідність пережити і відчути на собі. Ну, я понимаю ваш сарказм. В данном случае, конечно, здесь больше нужно горевать, чем насмехаться над этим. Но важно понимать вот источники и причины вот подобного, когда историческая наука политизирована, когда, по сути, преподают в школах откровенные фейки, там же вы еще не все показали. Данная учительница позволила себе без каких-либо на то оснований обвинить в расстреле власть, хотя до сих пор не закончено расследование. Да, и появились новые факты, что, оказывается, были
сотни майдановские, которые стреляли ту же и были вооружены, и некоторые из них даже чистосердечно признавались и гордились тем, что они стреляли в правоохранителей. Она этого не сказала, она умолчала, тем самым пытаясь возбудить к ненависти уже вот маленьких детей. Может, он и такий же самый выкладач до цього був? Я думаю, я не знаю, какие были учителя у данной гражданки, но в данном случае могу сказать следующее, что вот подобный проект видеоуроков финансируется за счет иностранных фондов, в частности, фонд «Відродження». Да, совершенно верно, при их финансовой поддержке были сняты эти онлайн-уроки, и они преследуют совершенно четкую цель – сломать нам историческую память, подменить понятия, рассказать то, что выгодно вот этим финансистам из-за рубежа, и, естественно, исковеркать нашу реальность. Для чего? Для того, чтобы мы, в частности, наши дети жили в некоем другом мире, были, возможно, послушнее и поддавались неким проектам в отношении нашей страны. Вот наша средняя школа до вот таких вот экспериментов, которые вкладываются в общую концепцию под названием «Нова українська школа», и которые очень активно, агрессивно как раз-таки впроваджуют представители фонда Сороса через Министерство образования. Вот подобные проекты, они призваны только к одному. Первое – поссорить нас с Российской Федерацией, чего они сейчас частично успешно добиваются, да, и лишить нас нашей генной памяти. Мы такая себе в их понимании нация жертв, которые будут всегда отмечать некие роковины Анны Свята, и, в принципе, лишить нас возможности нашего героического будущего, забыть о нем. И, знаете, будут относиться к нам как к таким себе дворнягам без рода, без племени, с которыми можно обращаться грубо, которых можно обворовывать, за счет которых можно развивать свои экономики, вот то, что сейчас и происходит. Тобто ви все ж думаєте, що Сорос – це погана людина? Нам же так багато кажуть про те, що це серійний меценат, який готовий витрачати всі-всі свої кошти заради того, щоб нам робили вакцини, щоб у нас була медицина дуже. І зараз ми теж поговоримо про наслідки деякі. Невже це така кривава людина? І чому, навіщо йому це потрібно, якщо ви… Это отвечает действительно то, что вы говорите. Я не буду опускаться до обсуждения личности Сороса, поскольку это вообще не имеет никакого смысла. Этого Сороса могли там звать, я не знаю, Вачовски, я не знаю, там Джон Смол какой-нибудь и так далее. Вопрос в курсе и в результативности той политики, которую нам навязывают. А результат плачевный. Имели систему Семашко, которая занималась общественным иммунитетом, получаем кривую, косую, неэффективную систему медицины, которая не вписывается ни в одни рамки, и аналогов, по-моему, нигде больше нет, которая значительно уступает тому, что мы имели раньше. То есть если раньше даже и были проблемы в нашей украинской медицине, то это не были катастрофические проблемы, а сейчас у нас и вовсе катастрофа. То, что касается образования, та же самая история. Если у нас раньше среднестатистический абитуриент, который заканчивал нашу украинскую школу, имел возможности сдать экзамены даже в зарубежные вузы, даже без определенной подготовки, а только опираясь на базу среднего образования, и был этот абитуриент конкурентоспособен, то именно сейчас по этой конкурентоспособности нас и бьют. Ее, по сути, у нас отнимают. Любое государство, которое хочет иметь здорового, умного, образованного налогоплательщика, прежде всего, конечно, будет беспокоиться о чем? О государственной системе охраны. Охраны здоровья, не медицины, а охраны здоровья. И, конечно же, о усредненном, высоком уровне среднего образования. Это было наших два конкурентных преимущества, которые нам достались в наследство от Советского Союза. И именно эти два конкурентных преимущества, которые поддерживали нашу страну на плаву, сейчас у нас пытаются отобрать. Ну, давайте ми ще повернемося до теми медицини, але хотілося б прийти до теми, пов'язаної з Черкащиною. Карантин зламався. Да. І щось таке трапляється. Люди вже, ну, ви, мабуть, самі мали можливість спостерігати, що три дні тому щось так змінилося, і Київ знов ожив. І дуже багато машин з'явилося, і люди якось
таке враження, що вони перестали довіряти владі. Як це може бути, що нашій владі перестають люди довіряти? І черкаси просто взяли і нож в спину декілька разів впихнули. Це перша ласточка, я вам скажу, Тарас. Да. Ну, от як ви ставитесь до того, що вони взяли і відмінили карантин? Це слідство і це реакція на ті несистемні, хаотичні, несвоєвременні, а іноді дуже глупі рішення властей. Ну, посмотрите, власть какие примеры сама-то подают. Вот был митинг радикалов под Банковой. Кого-то запротоколировали? Нет, еще Васька ли с ними как-то возились, выслали туда своего представителя, пресс-секретаря президента, которая пыталась их увещевать и как-то уговорить. Да, но никого же не привлекли к административной ответственности. Я не дуже с вами погоджуюсь с тем питанием, что влада недостатньо разумно поступила, потому что вот мы бачимо, они зрозуміли, что если они до них доторкнутся, то буде те ж саме, що відбулося з Богданом Буткевичем. От ви ж бачили, його трошечки за вухо погладили, так одразу посольство Сполучених Штатів сказало, що... Це був Богдан Буткевич. Да, это был Кутепов. То есть у нас есть такие, знаете, как неприкасаемые, так бы за которых посольство бы, да. Соединенных Штатов Америки заступается, им плевать на то, что у нас убита Лесь Бузина, они никогда в жизни не вступались, они никакой обеспокоенности не выражали, когда был убит Олег Калашников, они вообще беспокоятся только о своих, простите, сукиных сынах. Ну, цитату не выкинешь. Это, наши, туда, да? Да, да, это покажу, их да. агенты влияния, это их агентура, это те люди, которые работают на интересы третьей страны. И здесь как раз-таки для нас хороший маркер, как только посольство Соединенных Штатов Америки открывает рот, сразу, по сути, указывает на своего агента. Вот это нужно иметь в виду. Поэтому здесь ничего удивительного, что такие, как черкасы, да, уже принимают решение на уровне мэрии о том, чтобы некоторые карантинные меры запретные сократить, поскольку взамен карантинных мер и ограничений власть не предоставила ничего. Обещали всем значительно снизить тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Второй месяц пошел, мы с вами все получаем платежки, квитанции, мы их сами заполняем, и мы не видим там никакого снижения. Нам пообещали, не сделали. Чистое вранье, чистое, чистейшей пробы, высочайшей пробы. Дальше. Нам пообещали, что будут помогать малому и среднему бизнесу. В чем это выразилось? Ни в чем. Вот подскажите хоть где, что. Я хочу, пытаюсь найти искренне, но я не нахожу. По врачам приняли это смешное постановление в Верховной Раде по поводу того, чтобы врачам поднять в 300% заработные платы на период эпидемии, забывая, что еще в 2003 году Министерство здравоохранения уже подобный документ принимало. Он действующий, он не отмененный. То есть, по сути, как бы врачам вернули то, что у них и раньше было. Но сделали же на практике совершенно обратное, пообещали 300%, а теперь врачи получают заработные платы, табулечки свои, да, квитанции, а там минус 30%. Ну, ще розумієте, це може бути як спорчений телефон, ми вам сказали, треба людям допомогти, 300%. І так воно передається, передається, а потім ну, інформація трохи перекинулась, не з плюса на мінус, не з 300 на 30. Ну, дякуємо, що не на 300. Ви знаєте, це от якраз проблема того, що от дане покоління управлінців, я їх для себя так определила по лекции доктора Курпатова, как цифровые аутисты. Эти люди живут в каком-то своем красиво. Виртуальном мире. Да? У них страна в смартфоне. Страна в пятой точке, а у них страна в смартфоне. Они оторваны от реальности вовсе. По земле они не ходят. Проблемами нашего народа и нашей страны они не живут. У них что-то там в виртуальной реальности происходит. Они как-то это по-своему видят и не несут вообще никакой ответственности. И чувства даже ответственности у них нет, у этого поколения нового управленцев. И считают, что все хорошо. Вот они закрылись в своей капсулке социальных сетей, где их поддерживают, да, и вообще не хотят даже слышать о том, что на самом деле происходит в реальной жизни. В принципе, ну чудес не бывает. В принципе, проект «Слуги народа» и сам Зеленский – это продукт виртуальный, продукт вот этого сериала «Слуга народа», да, которым, в общем-то, и забили мозги нашему Раджу всем избирателю. Этот сериал полностью. Многие его смотрели и совсем забыли, что вообще-то кино от реальности иногда отличается вообще. Самую малость, да. Да, иногда в жизни интереснее, как некоторые говорят. Если бы это было не так,
я бы, возможно, еще подумала, искала какие-то аргументы в пользу Зеленского и его команды. Но это так только лишь по одной причине. Успех сериала они решили взять себе вооружение, и даже их политическая сила так называется. То есть они перетянули успех сериальный в жизнь политическую и поэксплуатировали наши с вами эмоции от сериала. Постійно задаю одне і те ж саме питання. Коли відбувалися перегони, вибори, то... Всі голосували за Голобородька, розумієте? Вони не голосували за реального Зеленського, люди, а які оточували пана президента, Голобородька. Вони розуміли, чого хочуть люди. І таке враження, що просто коли цей етап закінчився, то вони цих людей звільнили і наняли трохи іншу команду. Може, вона дешевше коштувала, може, ще якісь там були обставини. Я навіть з вами, мабуть, поспорю, це навіть не команда, це зборище случайних людей. Это никакая не команда. Более того, по-моему, на большинству, как оно действует в зале, и как зачастую они не набирают голоса, уже очевидно, что это никакая не команда, на командной игры там нет. И слава богу, меня это даже устраивает, потому что если бы действительно это монобольшинство работало как монобольшинство, понапринимали еще больше гадостей, чем они успели в своем этом турборежиме. У нас зараз те, що стосується тих самих Черкас, у мене питання таке коротеньке. Як ви вважаєте, взагалі це може рахуватися потім іншими Одеської, Кіровоградської області, щоб вони бачать і приклад такий і скажуть, ми теж так хочемо? Да, це Тарас прецедент. Более того, він дуже заразний прецедент. Я думаю, що більш заразніше, ніж COVID-19. Более заразний, ніж наш коронавірус, тому що це навіть не коронавірус, це коронавірус, пам'ятаю висказування одного із моїх фейсбучних друзів. Так от, що стосується прецедента, я думаю, що це перша ласточка, це не останнє подобне рішення. Люди не просто устали, они обнищали вовсе. Это не просто такое, знаете, выражение «кормить детей нечем». Это уже реальность. Есть семьи, в которых не доедают. И таких семей очень много. В личку уже приходят сообщения от обычных людей. У нас сейчас есть возможность питаться информацией с мест, находясь в Киеве, при этом знать, что происходит в Бердичеве или в Ровно. И что касается самого прецедента по Черкасам, и по решению мэра Анатолия Бондаренко, я скажу так, что он смельчак, конечно, но есть еще и немаловажный момент. Если уж хочешь все-таки сделать все по закону, по праву, по процедуре, стоило бы изначально обращаться в судебные инстанции для того, чтобы оспаривать подобное постановление Кабинета министров по карантину, для того, чтобы получить все-таки на руки законный документ, решение суда. Я скажу вам, что есть подобные инициативы. Есть подобные. Конечно, может затянуться, но все-таки этого тоже надо добиваться. То есть узаканивание своего решения также нужно добиваться. У нас есть уже прецедент, у нас есть уже зарегистрировано исковое заявление от всеукраинской платформы переселенцев, глава Борисичев Геннадий, который подал с большими трудностями, но тем не менее исковое заявление, его наконец-то зарегистрировали, и он будет сражаться в суде, по сути, за всех нас, за наши права и свободы, которые у нас отняли на период карантина, взамен не предоставив ничего. Ви кажете, легітимні інструменти треба використовувати. Та може, давайте ми подивимося знов цей урок історії для 5 класу. Може, там побачимо, що в принципі нічого страшного, якщо ми трошечки... Нарушив закон, да? Ну, да. Але ж теж треба для того, щоб було покращення. Так що, може, не треба настільки сильно звертати увагу на Конституцію? Ми можемо сколь угодно обсуждати, проєктувати, видвигати різні версії, але є така, знаєте... штука, с которой тяжело поспорить. Да? Исторические модели, исторические примеры, примеры других стран, да и собственной страны тоже. Когда ты начинаешь проводить политику беззакония или дележки на правильных и неправильных, это всегда заканчивается либо диктатурой, либо неправовым государством. На бесправии правовое государство не построишь. Пусть мне покажут хоть один пример, у кого это получилось. У каждой, даже демократической относительно страны, всегда с этим есть проблемы. Задача любого государства, любой государственной системы, все-таки реагировать на эти ошибки адекватно. Там, где нарушены права и свободы, там их защищать и восстанавливать. Ну, да, це ми повертаємось до питання справедливості, і від того ми пригадуємо, декілька днів тому зібралися представники малого бізнесу, і вони вимагали, щоб, давайте так, якщо
карантин для всіх, то всі сидимо mm-hmm. вдома. А не так, що хтось там відкриває, ну, і працює далі, якісь мережі великі, я не буду рекламувати, mm-hmm. хоча ні, буду, Епіцентр. Mm-hmm. От, він ще mm-hmm. Пов'язаний з нашою мрією, теж mm-hmm. Епіцентр там трошечки так долучився. Але хотів би от подивитися і показати людину, яка справжній борець, як то казали, пан Ляшко, який, ви пам'ятаєте, він не побоявся, вийшов, зібрав хлопців і разом під час карантину підійшли до ресторану «Велюр». І да. Заблокували вихід, а не вход. Да, да. Давайте от трошечки зараз я попрошу показати відео людини, яка приїхала і подивилася на власні очі. По пути вирішила заїхати, свернути, так сказати, з Цыганського і під'їхати до входу в ресторан «Велюр». И Ляшко оказался такой же показушник, как и Тищенко. Сейчас я вам покажу. Короче, смотрите, видите, вот вход в «Велюр». Он якобы вот, опечатан пенопластом, все дела. Но это был выход на летнюю террасу. А сам вход-то открыт. И там, кстати, стоит официант. Вот, видите? Вот он прячется. И с салфеточкой в кармашке. Короче, все нормально у них. Все работает, не переживайте, господа. Бизнес процветает. Чому так сталося, що пан Ляшко завжди більше уваги чорному входу приділяє? Ну, судьба у него, наверное, такая, да. Может быть, это даже был и какой-то договорняк. Вот мы можем только выстраивать свои версии, но факт. От него никуда не уйдешь. Да? Очевидность такая. Мы капитаны очевидности. Мы с вами фактически констатируем то, что был заблокирован не вход в ресторан, а выход. А наши уважаемые зрители сами сделают вывод, насколько эффективна вот такая тактика популистичных действий со стороны Ляшка, насколько она правдива по отношению к нам. Хотят нас обмануть, да? Хотят привернуть, звернуть увагу до чогось. Или все-таки просто пытаются заработать дешевые політичні очки. Але ви як експерт, скажіть, будь ласка, ну це додало пану Ляшку кумедності, так, додало. Ні, ну люди, може, подивилися і сказав, оце справжній парубок. От він, якби ну, ще конечно, корову всегда, там поставив всегда. Загон такий величезний, бо там достатньо багато трави, як ви бачили. От тоді просто було Тарас, просто. Ну завжди знайдуться довірчиві люди, які, звісно ж, не перепровіряє інформації, довіряться першому, що попалось їм на глаза, і не будуть перепровіряти це. Зараз, к сожалению, у нас настільки много інформаційного мусора, який окружає нас з усіх сторон, що, ну, тільки потрібно обладати таким сильным самообладанием, временем и критическим мышлением для того, чтобы перепроверять каждый раз что-то, что ты услышал или увидел, или прочитал. Да. Расчет именно на это, что не все увидят, не все перепроверят, не все не доверятся этой информации. Друзья, я вот вас ось всіх прошу, будь ласка, перевіряйте те, що ви бачите, особливо, якщо це стосується пана Ляшка. Ну, це таке... Не хотів переходити на особистості. Ну, дав повод, правда? Так, да, да. Дав повод, тепер йому не довіряти. Він молодець, да, взагалі. Дорогі друзі, і в рамках нашого громадського опитування ми продовжуємо цікавитись думками наших відомих блогерів. І давайте подивимось, що вони нам сьогодні цікавого розкажуть. Топ-блогери України. Розповідати про сьогодення, чесно кажучи, дуже легко. Бачили, чули, знають. Как вы поняли, речь идет об онлайн-уроках, которые сейчас проходят по телевидению для школьников, которые не ходят в школу. Ну, в общем, все понятно. И уже и обсуждали и ошибки вроде, и описки, и оговорки. А тут «Поле, разгуляйся» называется «История Украины». И «История Украины», как сказала сама учительница, что обсуждать, если вон сьогодення. Сьогодення, как говорит учительница, не соврёшь, потому что мы-то всё видели, всё помним, всё знаем. Ну, кроме пятиклассников, потому что это для пятого класса урок, им-то можно втюхать, в принципе, всё, что в их мозг маленький поместится. Фейк – це підробка, побрехенька, фальшивка, вигадка, плітка. Самое интересное, это то, что перед тем, как солгать, надо повозмущаться побольше лжи. И сказать о том, что сейчас столько фейков в мире, сейчас правдивую информацию очень легко перекрутить и вот вам потом преподнести, деточки, лживую. А я сейчас расскажу всю правду. Загалом, будь-яка влада в тій ситуації не могла уникнути помилок. І у нас з'являлися проблеми. Закривалися заводи. Україна втрачала дороги. Проблеми зарплат і тарифів. Бідність
почала переважати достаток. И тут как бы подводим, конечно же, к главной странице нашей истории, к революции достоинства. И подводит учительница как? Подводит так, что в Украине на тот момент назревали проблемы. Вот не было ни до, ни после, а там назревали. Говорит, заводы закрывались. Какие? Дороги вон трескались. Уровень жизни был насколько низок. Никогда такого не было. Ни при Порошенко, ни при Кучме. Це Леонід Кучма, це Віктор Ющенко, Віктор Янукович. Я не випадково розмістила саме таку його світлину. Це Петро Порошенко і Володимир Зеленський. Учительниця, яка повинна бути просто кладезь знань, пример об'єктивності, розміщає одразу ж фотографію смішну Януковича, показує всіх президентів і говорить, що а от був у нас серед нас і один утирок. І зараз ми об'ясним, чому. Українці мріяли про державу європейського зразка. І найбільше вони хотіли приєднатися до Європейського Союзу і рухатися вперед разом з європейською спільнотою. Про це говорилося останніх 15 років. І було вирішено, що в листопаді 2013 року має бути підписана відповідна угода. На це сподівався весь український народ, аж раптом. Итак, внимание, вам не послышалось. Украинцы мечтали о вступлении в Европейский Союз. На протяжении 15 лет они готовились к этому и ожидали, что в ноябре 2013 года будет подписано соответствующее соглашение. Я не просто так повторила всю эту фразу, потому что сидит пятиклассник, представим, ну потому что они сидят, действительно, им такое рассказывают вот последние годы и сейчас продолжают рассказывать. И ему рассказывают, что мы мечтали вступить в Европейский Союз, мы собирались подписать соответствующее соглашение, что? Но нам не дал Янукович, падла. 21 листопада 2013 року стало відомо, що, скоріш за все, українські очільники не наважаться підписати угоду, відмовляться від підписання угоди з Євросоюзом. Яке соглашення вони не наважаться підписати? А чому ви не розказуєте, уважаємая учительниця, що соглашення це було экономического характера, торгового. Почему вы не рассказываете о том, что Европа должна была завалить нас своими продуктами? Какое это соглашение о вступлении в Европейский Союз? Евромайдан – это как место, и Евромайдан – как символ акции протесту проти помилкової поведінки влади. Поки що ми не говоримо, що це злочинна поведінка. Це була, на думку народу, це була помилка. Учительница сама определила, что это была ошибка, потому что так сказал народ. Как именно сказал народ и почему за народом считают то собрание людей на Майдане, почему не считают других, которые на Майдане не собирались, мы об этом не узнаем. Эта история умалчивает в ее устах. 1 грудня 2013 року в середмісті Києва на всіх вулицях, які простягалися від Майдану, вийшли кияни. І їх було біля 1 мільйона чоловік. Народ показав свою думку і свою позицію. Да-да, іменно кияни і повиходили тоді. Це правда. Потім вони всі, кияни ті, остались навсегда з нами. 2013 року, коли влада вирішила зачистити Майдан і сподівалася, що їй це вдасться, над Києвом забили дзвони. Михайлівський золотоверхий собор всіма своїми дзвонами кричав Києву і Україні, він кликав людей на Майдани, він кликав проти, він кликав чинити спротив, він кликав вимагати від влади виправлення тих помилок. І ще та історія повинна преподаватися з таким нальотом чувственності, какого-то вот такого трепета, сентиментальності. Це повинно бути так і в той момент. Громкие колокола Михайловского собора звали, взывали к справедливости и к достоинству украинского народа. И тогда черным-черным цветом окрасилось небо, ибо оно плакало. Ну и дальше. Прибічники президента України Віктора Януковича у Верховній Раді приймають низку диктаторських законів. Заборона
Заборона, заборона, заборона. Школьник, он там что, с ним что, спорит с тобой, что ли, будет? Пятиклассник, это шпана малолетняя, десятилетняя, что она тебе что скажет? А вот тебе, смотри, законы. Не разбирайся, какие законы. Заборона, 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 заборона. Тут немає табу. Єліна, дуже дякую вам за сьогоднішній ефір. Як завжди, спасибо було вам. Цікаво. Я впевнений, що не тільки мені, але й нашим телеглядачам. Приходьте як можна частіше. Спасибо. І будемо в місті задавати питання і шукати на них відповіді. Дякуємо. Дорогі друзі, з вами була програма ТБУ «Топ блогери України». Ми і надалі будемо слідкувати за нашими блогерами, а ви слідкуйте за нами. І не забувайте підписуватись на наш YouTube-канал. Всього вам найкращого. До свидання. Будьте здорові. 36,6, да. Цельсія. Воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу. Дивись.